Сейчас я живу в городе Нью-Йорке, но вы знаете, это прямо здесь. Я уже 6 лет здесь живу, и с самого первого дня дико боюсь, что меня ограбят. Постоянно. Типа каждый раз, когда выхожу на улицу, думаю, ну вот оно, сейчас у меня все-все отберут. Я борюсь со своим страхом с помощью одной хитрости и использую ее каждый раз. Если мне показалось, что кто-то может меня избить и ограбить, я изображаю русский акцент.